На прошлой неделе достаточно жестко президентом Российской Федерации был поставлен вопрос по выплатам соответствующей категории медиков, как на сегодняшний день обстоят дела именно работающим в госпитале и по скорой помощи. На сегодняшний день выплаты по всем трем постановлениям правительства за апрель произведены полностью. За май идут на сегодняшний день начисления. Заявка по госпиталю, по работающим в госпитале на скорой помощи подана и за май. Ожидаем деньги сегодня. Ну, прошу вопрос этот не задерживать. Все, что необходимо от финансового органа администрации Балаковского муниципального района, мы готовы предоставить в любую секунду, связаться с Минфином, так как это было сделано и вчера. Поэтому, Александр Валентинович, тоже прошу этот вопрос держать на... спасибо большое. В выходные все работали, и все платежи, которые необходимы были проведены своевременно.